здесь погибли, к сожалению, наши бойцы, еще их не достали. Туда, да, Дмитрий? Да, да. Там еще двое лежат. Разбило все. Их плитой придавило. Один вылезти пытался. Но у него давление не получилось. У него голова раздулась. Кровь начала капать. Ага, пошли. Так, у нас все разрушилось. Ну, там ребята лежат. Да не снимай. Ой, не надо снимать это. Ну, через снег лазил, я ему говорил. Ну, там видно фонариком тело. Ну, почему, вот я сейчас объясню дорогим зрителям, почему мы снимаем. Наш батюх — это штурмовое подразделение, штурмовое батальон. Вот так вот ребята живут. Смысл в том, что нужно разбить эвакуационную машину. И, кстати говоря, пострадал наш... Сгорело много чего, бронежилеты погорели. Дорогие зрители, вот из-за чего мы это снимаем? Квадроцикл. Вот, да. Ой, ё-моё. Видите, это наш квадроцикл, который мы подарили ребятам. Вот они его приводили в порядок. Видите, на него упало это дерево. Thank you.